Меня зовут Панкова Наталья. Я живу в городе Воскресенске вот уже 54 года. На следующий год у меня юбилей. Решили за меня, по-моему, больше мои дети. И сказали: мам, ну что же, конечно, надо уже что-то попробовать. Вдруг что-то у тебя в жизни получится глобальное такое. Думаешь, ну давай попробуем, встряхнем себя еще немножечко, да? Получится, получится, не получится. Не беда, зато новые эмоции. Встречалась я с братом военным, а на скалистом морском берегу. Ой, девчонки, режим с гигиеной нарушали мы на каждом шагу. Страсть повергла в пучину, об одном только помню. Ой, какой был мужчина, ну, настоящий полковник. Какой ты мужчина, а какой ты мужчина, а какой ты мужчина, ну, настоящий полковник. Приглашал он меня в ресторан, коньяком, брат, за мой счет угощал. Обещал Монте-Карло и Варну, и жениться, представляешь, обещал. Так вот, под этой личиной скрывался, блин, уголовник. Ну, с вид, понимаешь, не скажешь, какой был мужчина, но настоящий полковник. А какой ты мужчина? Правда? А какой ты мужчина? Ну чё смеешься? Какой ты мужчина? Но настоящий полковник. Это лето, помнит лишь опустевший вокзал и прибой, как дворняга, котлету. Все следы нашей страсти слезал. Вот я снова за стойкой буфета, для поднятия бюджета сижу. Кать, глянь, посетителей там нету. Ой, хожу я в окно, погляжу, гложет сердце кручина, дарит грудь подоконник. Ой, где ж ты бродишь, мужчина? Ну, настоящий полковник. Но настоящий полковник. Ой-ой-ой. Но настоящий полковник.
Спасибо. Наталья Панкова, Алла Пугачева. Спасибо. Наталья, я знаю, 30 лет в отделе кадров вы работаете в Доме культуры города Воскресенска. Я всегда обижаюсь и говорю, что это дворец культуры. Дворец культуры, вы работаете 30 лет в отделе кадров. Да. Ой, ваши коллеги за вас сейчас переживают? Я думаю, да. Борис. Все это было очень неплохо поначалу, но у меня сложилось такое впечатление, Наташа, что... Вы, наверное, все-таки не справились до конца со своим волнением, потому что вы очень хорошо начали, а потом постепенно почему-то вы куда-то уходили. А в принципе любое произведение, песня или драматическое, все должно быть наоборот. Должно быть развитие, кульминация и завершение. Поэтому все должно наоборот идти вверх, к финалу. Мне вот думается, что с этим вы немножко не справились. Спасибо, Борис, большое. Наталья, вы волновались? Очень. Ну, во-первых, я хочу всем напомнить, что у нас на программе только живой звук. Все наши конкурсанты поют вживую. И, Наташ, я вас очень понимаю. Понимает ли вас Мария Максакова? Что хочется сказать. Конечно... Архисложная задача. Ну, во-первых, это, конечно, Алла Борисовна, ну, царица нашей, так сказать, эстрады, безраздельная причем. И мне понравилось, во-первых, я чувствовала какой-то пиетет в отношении к Алле Борисовне. Мне это было очень приятно, потому что читалось, что она это даже не посягает, что ли, так скажем. И это правильно. А так, в принципе, конечно, в связи с тем, что отношение было, мне кажется, продемонстрировано хорошее, правильное. Мне, в общем, номер понравился. Спасибо, Маш, спасибо большое. Денис, ты служил же в армии? Да, я служил. До чего ты дослужился? Дослужился до рядового. До рядового. С него начал. Конечно, замахнулись на Вильяма, на нашего, на Шекспира. Вот, безусловно, это высочайшая планка. Но ваша искренность была замечательная, мне понравилось. Да, так что... Спасибо. Денис, спасибо большое. Алиса. Какое попадание в образ, во-первых. Какая уверенность в том, что вы делаете. Вы вышли уже как Примадонна. Вы были выше всех нас здесь сидящих, выше сидящих за столиком. Вы были все немного над нами. Потом хочу обратить внимание на тот этюд, который вы разыграли со своей партнершей по столику. Вы там что-то ее спрашивали, у вас не занято, да, или что-то у вас свободно? Да-да-да. Это же мы тоже все видим. Это такая... И в этом, правда, очень много свободы. Человек, зажатый, таких легких, таких вещей не может сделать. И мне это очень сразу понравилось, сразу подкупило. И еще хочу заметить одну вещь. Вы были очень ироничны в исполнении этой песни. И мне кажется, это самое ценное. Спасибо. Спасибо, Алиса, спасибо большое. Наталья, у вас невозможно красивые голубые бездонные глаза. Я абсолютно с вами согласна, глядя на вас, что после 50 жизнь только начинается. Давайте поддержим нашу конкурсантку. Наталья, спасибо вам огромное. Спасибо, удачи.